Вот такой у меня сегодня макияж при дневном свете. Тени из палетки Avon Smoky Eyes, они не очень хорошо пигментированы, и камера немножко, скорее всего, искажает цвет. Там четыре цвета: беленький, светло-серый, темно-серый и бледно-розовый. Они матовые. В общем-то, для дневного макияжа не очень хорошо смотрятся. Но, в принципе, меня устраивает, надо ее просто уже добить. Подводка, не подводка, серый карандаш, темно-серый карандаш Пупа. Тушь для ресниц Lancôme Гипноз. Тон для лица Lasting Performance Max Factor. Тут два у меня, два оттеночка смешаны, 101 и 100. Пудра Alliance Perfect L'Oreal. Консилер тоже Max Factor. Карандаш для губ Yves Saint Laurent. Помада Dior Edict Nude. Румяна бледно-розовые Пупа. Вот такой у меня сегодня макияж. Всем спасибо за внимание. Пока.